Дорогие мои, девочки, мальчики, в общем, все, кто зашел на мой канал в эти предновогодние часы, постараюсь поздравить вас с наступающим 2024 годом. С 2020 года мы все время ждали каких-то перемен, да? Вспомните, не забыли еще? Каждый год думали, а вот следующий год будет точно самым-самым-самым-самым хорошим. Ничего не происходило. Впереди, через несколько часов, а у кого-то уже наступил Новый год. Будет опять ожидание чуда. Я не могу пожелать вам чуда, хотя сама очень-очень сильно его жду, сильно жду. Но вдруг случится. В каждом из нас живет та самая маленькая девочка или тот самый маленький мальчик, которые ждали новогоднего чуда. Ну, нет ничего страшного, если мы снова попробуем его ждать. Давайте повеселее. Я вам хочу пожелать очень крепкого здоровья. Такого крепкого здоровья, чтобы вы были как дубы. Прямо вот, ну, такие. Дует ветер, ураган, шторм, снег, вьюга. А вы стоите. Вот такого крепкого здоровья. Потому что в данной ситуации только крепкое здоровье нам поможет выжить. Поэтому, друзья, крепчайшего здоровья вам, вашим близким. Я надеюсь, что ваши близкие все рядом с вами. Все здоровы, все живы. И будут живы. Берегите себя, берегите своих близких. Каждый день связывайтесь с ними. Спрашивайте, как у них здоровье. И пусть будет у нас все-таки в будущем хоть какой-то свет в тоннеле. Хоть какой-то. Хоть самый вот такой маленький, как от фонарика, да, вот такого, как дети играют. Еще отдельно хочу поздравить моих ребят. Чтобы у них все было хорошо. Чтобы все планы не просто исполнялись, а приумножались в 100 раз. И хочу поздравить своего сына с Новым годом. И чтобы его желания тоже исполнились в этом году. С Новым годом, с наступающим 2024 годом.